Привет, друзья! Я Алекс, а это лаборатория настольных игр профессора Фикуса. К сожалению, по техническим причинам у нас не получилось сделать видеозапись первого отчета с первого хода нашей компании по бета-утех. И если же к этому добавить тот печальный факт, что простуда и болячки скосили большую часть наших игроков, то, я надеюсь, вам понятно, почему было решено перенести запись на следующую неделю. Но поскольку сидеть на месте мы все не очень любим, то было решено чем-то занять себя в эти выходные, а именно в воскресенье. Как показывает личный опыт, воскресенье — это самый муторный изо всех выходных, которые бывают. И если с пятницей и субботой в принципе все понятно, то эйфория от выходных к воскресенью уже рассеивается, и кто-то либо отсыпается, либо отдыхает, кому-то просто лень куда-то идти, а плюс еще и маячит начало рабочей недели. Поэтому нам едва-едва удалось собраться минимальным составом, да и то один из товарищей у нас отпал. И потому перед нами в полный рост стал вопрос, чем же себя занять в это чертово воскресенье? А вот здесь я сейчас сделаю небольшое отступление и честно признаюсь, я люблю варгеймы, и не только серьезные, громоздкие и вдумчивые, но еще и быстрые и яркие скирмиши. Так получилось, что моим первым скирмишем стало Некромунда в далеком 90 лохматом, когда я еще в Великобритании впервые увидел миниатюрки, эти страшные здания, какие-то руины, заводы, переходы, перевалы, и по ним мечутся банды эшеров, голиафов, кавдоров и еще кого-то. О чудесные времена, когда миньки лились из белого металла. Если оппонент вел себя плохо, то этими минькими вполне можно было ему по лицу заехать. Но тогда мое сердце покорил Warhammer Fantasy, и потому Некромунда осталась без внимания, которого она на самом деле в полной мере заслуживала. А потом ко мне в руки попала коробочка со стартером Мартхейма, и я просто влюбился в эту игру. Вся эта мрачная атмосфера оскверненного и зараженного города, банды из религиозных фанатиков-охотников на ведьм, сестры Сильмара, одержимые, нежить, и кого там только потом не было, кислевиты, лизардманы, эльфы и так далее. Но помимо крутых банд, в этой игре было то, что делало ее такой уникальной, а именно систему кампании. В принципе, для меня, как для любителя D&D и ролевок, это был просто праздник какой-то, когда твои герои не просто шарахались по руинам, но еще и набирались опыта, получали какие-то новые навыки, способности, у них росли атрибуты и так далее. За свою жизнь я умудрился провести около 10 кампаний по Мартхейму, и ни одна из них не была похожа на предыдущую. Я понимаю, что кого-то из вас я, возможно, уже утомил этим вступлением, и потому перейду наконец-то к теме этого видео. В общем, пару лет назад мне на глаза попался рулебук некой игровой системы под названием Frostgrave. Морозная могила или могила изо льда, переводите как хотите. На русском, вестимо, игра не издавалась, однако в сети есть достаточно годная локализация, как и тематическая группа ВКонтакте, посвященная этой игре. Я не собираюсь петь игре хвалебные оды и требовать, чтобы вы все массово бросились в нее играть, я просто поделюсь своим опытом, наблюдениями и замечаниями. И если честно, то сперва мне показалось, что Frostgrave — это просто упрощенная версия Мартхейма или Некромунды. Но сами посудите, есть банда, есть ее ростер, есть волшебник, есть его помощник, есть хенчманы, которые здесь называют солдатами. Ну, абсолютно понятно, откуда растут ноги у этой игры. Когда я смотрел заграничные репорты и обзоры, то все почему-то восхищались. Вау, ты создаешь волшебника, это так похоже на ДНД, это так похоже на какие-то ролевки. Вау, вау, как круто, вы все должны поиграть. Но на самом деле ты никого не создаешь. Более того, у всех игроков волшебники одинаковые. Более того, помощники волшебников тоже одинаковые, правда они чуть-чуть слабее, чем волшебник. Да и местные хенчманы, арка-солдаты, тоже ничем не отличаются друг от друга. То есть здесь нет каких-то расовых свойств, спецспособностей и так далее. И вот уже на этом месте вы должны меня спросить, а какого черта ты теряешь время на эту ерунду, если там ничего особенного нет? Так вот, самая мякотка игры — это те самые волшебники и есть. Дело в том,
что у каждого волшебника есть его школа волшебства. И выбирать вам предстоит из 10 школ, из которых 3 будут союзные, 5 нейтральные и 2 будут откровенно вам враждебные. А если учесть, что в каждой школе еще и по 6 заклинаний, то выбор становится каким-то просто запредельным. Соответственно, вначале вы выбираете своего волшебника, выбираете ему 3 заклинания из его школы, 3 заклинания из союзных школ, 2 из нейтральных, и вы готовы к сражению. Хотя нет, постойте, вам же понадобятся еще солдаты. На этом фронте там тоже все стандартно. Есть мечники, есть лучники, есть рыцари, берсерки, рейнджеры, воры и так далее. И вроде бы хочется взять их всех, а вот золотых, как и в том же самом Мартхейме или Некромунде, у вас очень мало, а именно всего 500. И 200 из них сразу же съест ваш помощник, которого технически можно и не брать. Однако смысла его не брать я лично не вижу. А дальше выясняется, что вы можете взять всего 10 человек в экспедицию, и из них 2 места уже заняты волшебником и его учеником. Короче, я хочу сказать, что вот эти самые муки выбора – это отдельный ад. И если вы надеетесь, что существует какая-то супервыигрышная комбинация, то я вас огорчу. Ее там просто нет. Если честно, то мне не хватает спецспособностей именно отдельных юнитов. Например, там парирование, уклонение, каких-то дополнительных ходов, прыжков, акробатики и тому подобных фокусов. А вот здесь на сцену выходит еще один очень большой плюс этой игры, помимо простых и интуитивно понятных правил. Вы можете использовать для игры абсолютно любые миниатюры, которые у вас есть. Если вы внимательно присмотритесь, то заметите, что на видео у нас целая мешанина из самых разных миниатюр. Там вам и Warhammer Fantasy, и Мартхейм, и миниатюры D&D, и Вармашина, и еще что-то там. И все это совершенно прекрасно уживается и откровенно хорошо себя чувствует в одной локации. У всех у нас были самые разные волшебники. Я играл призывателем, Кирилл играл знахарем Аквиедимой, а Андрей выбрал хрономанта. И лишь где-то к середине игры я понял, что набрал заклинание просто абсолютно по-идиотски. В итоге все это привело к тому, что оба моих волшебника тупо колдовали одно и то же заклинание, потому что все остальные они колдовать не могли, ибо у тех был слишком высокий уровень сложности. Да-да, они даже сложность заклинаний сперли. А еще, создавая персонажа, надо помнить, что цель игры, как правило, это кража сундуков с сокровищами. И вашей главной задачей является натаскать больше сундуков, чем это сделал ваш оппонент. С ней, кстати, отлично справляются воры. Да, это целый отдельный тип солдата, смысл жизни которого посвящен именно краже и утаскиванию с поля боя сундука. Однако помните, что количество солдат у вас ограничено, и 2 вора – это максимум, который имеет смысл брать с собой. Все остальное сугубо опционально и набирается, исходя из ваших личных предпочтений. В нашей партии, к примеру, со страшной силой рулили лучники. Это просто жесть какая-то была. Непосредственно же игровой процесс достаточно прост и интересен. Он состоит из 4 фаз, и каждая фаза — это активация отдельного героя или юнита, а после нее ходят монстры. Неожиданно в этой игре действительно есть монстры, я говорю сейчас о неигровых персонажах, и они активно участвуют в игровом процессе. Конечно, если вы ждете в этой игре искусственного интеллекта а-ля Gloomhaven, то вас ждет глубочайшее разочарование. Алгоритмы движения монстров и вообще его модус операнди достаточно прост, и при определенной сноровке им можно пользоваться, чтобы подставлять своего противника под атаку этих самых монстров. Соответственно, первым всегда активируется волшебник, и до 3 солдат, которые находятся в радиусе 3 дюймов от него. Если вам каким-то образом удалось выбить вражеского волшебника, считайте, что он потерял приоритет в активации, и у вас есть преимущество. Далее идет помощник волшебника, и если вы его также выбили, то у вас опять будет преимущество. После волшебника и его помощника идут солдаты, то есть все остальные ваши юниты, которые не подвиглись в предыдущие 2 фазы. И завершает ход движение и атака монстров. Мы играли миссию с мавзолеем, в нашем случае это был какой-то дом, из которого сыпались зомби, а вокруг дома находились очень крутые сокровища.
Так вот, в конце хода из этого дома постоянно вылезали скелеты. Но я не почувствовал, что эти монстры оказывают какое-то там очень сильное влияние на игровой процесс. Откровенно говоря, они больше мешались под ногами и обычно умирали от простой атаки рядового солдата, включая собаку. Также мы посмотрели, что ждет нас после сражения, и я в очередной раз убедился, что это упрощенная табличка из Некромунда слэш Мартхейма. Все эти бесконечные ранения рук, ног, попадания в глаз, травму головы и так далее. И здесь на сцену выходит еще один недостаток этой игры, а именно тот факт, что опыт в ней получает только волшебник. Если в играх от Games Workshop у ваших солдат был хотя бы небольшой, но шанс проапгрейдиться, то здесь его просто нет. Но несмотря ни на что, игра играется очень весело и очень динамично. Мы планируем сыграть мини-кампанию, однако правила в ней я очень сильно захоумрулю и исправлю. Соответственно, я введу возможность солдатам получать опыт, возможность получать помощнику опыт, больше предметов, больше навыков, больше оружия и так далее. Мое мнение о Фростгрейве очень простое. Если вы не играли в Мартхейм и Некромунду и хотите хорошо провести время, играя в легкий и ненапряжный скирмиш, то это ваш выбор. Фростгрейв абсолютно не зависит от миниатюр и их производителя, хотя у них есть официальная линейка. И вы можете играть хоть вырезками из картона на столе. В принципе, я бы посоветовал Frostgrave новичкам, тем, кто желает попробовать себя в мире варгеймов, однако не знает, что ему интересно. А здесь и правила понятные, и миниатюры дорогущие покупать не надо, и никакого там геморроя со сборкой покраски нету. Ну, просто не игра, а мечта для новичка. И на этой оптимистической ноте я закончу это видео с описанием того, что я делал в это воскресенье. Это был сарказм и аллюзия на фильм «Я знаю, что вы делали прошлым летом». Надеюсь, что видео было вам интересно и вы что-то для себя почерпнули. И просто шикарно было бы, если бы вы вдруг решили поставить лайк, а если не подписались, то еще и подписаться на мой канал. А пока от винта, друзья. До новых встреч!